Здрасте! Сегодня первый день школы, грустно, провожаем лето. Ну, сегодня день рождения Чингука, поэтому всех поздравляю. Я вот встала с утра пораньше, куда еще раньше. Выпила водички, чтобы не так сильно хотеть есть. Помыла голову, почистила зубы. Использовала маску для волос, чтобы волосы не пушились. Выпрямила волосы. Вот вся такая подготовленная. Ну, хоть я и выпила водички, я все равно очень хочу есть. Поэтому сейчас пойду. Потом буду надевать форму. Цветочки. Нет? Я тебе присылала. Руслану. Я хочу домой. А можно уже? Я хочу домой. Такая милашка в этой жилетке, реально. А можно еще одну? Ирина Анатольевна. Сюда. Это влог. Катя. Отлично. И успешной сдачи экзаменов в этом году. Кто же вы такие? Кто вы? Вы знаете, кто мы? Они не знают. Вот это кто? Да, эта фраза была у многих на устах. Да, это был ошеломительно. Следующий рассказ. Рос, подожди, стой. Да, вы пришли. Знаем, именно выход из нашей школы станет писателем фантастом, потому что... Я с пятого. Они должны сказать... Руслан. Микрофон. Это Руслан. Это Руслан. Всем привет, подписчики, мои фолловеры, я вас люблю. Это я. С днем рождения, Чингука. Хай. Это на работе. В общем, сегодня был очень интересный день. У нас поменялось абсолютно все в школе, мне кажется. Во-первых, у нас поменялась директриса, и нам добавили просто кучу новых уроков. Во-первых, у нас никогда не было УБЖ, но нам отправили расписание на завтра, и у нас там стоит УБЖ. Никогда УБЖ у нас не было. Я не знаю, что мы там будем делать. Потом нам добавили какую-то молекулярную биологию, но нам сказали на линейке, что у нас теперь есть какая-то молекулярная биология, какая-то там информатика еще, какие-то там запуск каких-то там ракет. Я думаю, откуда вы взяли название этих уроков? Там еще несколько штук, их просто я даже название не запомнила. Заходит эта новая директриса, значит, к нам в класс. Спрашивает, кто староста? Выходит староста, она ему дает табличку с надписью 10 А. А потом говорит, ну, наверное, ты тогда будешь представлять ваш класс на собраниях, что ли, по понедельникам. Будем улучшать жизнь в школе. Я думаю, что за собрание? Типа, у кого в школах есть собрание? Это очень странно. Потом, в общем, на линейке нам, ну, вот это вот все наговорили. Выходят, значит, аниматоры. Головоломка. Вообще весело было, мне кажется. Нормально так. Сойдет. Для 1 сентября. И там было какое-то задание, что ли, придумать историю, там, типа, с какими-то персонажами, как они вместе попали в какую-то ситуацию. Мы отнекивались от этого, типа,
Но в итоге новенькая девочка рассказала о том, какое это было задание, типа, нарисуйте воображаемого друга. Ну, мы нарисовали зеленого миньона, назвали его Руслан, придумали мы там историю какую-то. В итоге мы выиграли. У нас теперь есть грамота, которая будет у нас висеть. Ну, и рисунок нашего воображаемого друга. После школы мы пошли в Чикарико, или оно уже называется Чика, я не знаю. Я решила такая, почему я все время беру кимбап? Возьму-ка я такпоки с соусом тяджан. Это была ошибкой. Мне очень не понравилось. Я ела до этого такпоки с соусом тяджан. Ну, той фирмы, которая обычно такпоки покупает. Мне не понравилось. Но я съела такпоки фирмы, не знаю, Пороро. Типа там Пороро на упаковке. Вот это вот я два раза ела. Прекрасные такпоки, мне очень понравились. Может быть, мне не нравится соус чаджан, и я как-то что-то не так делаю, когда делаю такоки от Пороро. Но мне очень не понравилось, взяла бы я лучше кимбап, да. В общем, это все вроде. Подписывайтесь там на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на запрещенную соцсеть. Там ссылочка в описании. Пока!